20 октября в парке имени Пушкина станицы Северской прошел муниципальный этап краевого фестиваля «Формула успеха». Участниками стали ребята в возрасте от 13 до 18 лет в составе команд городских и сельских поселений. Организовала мероприятие администрация Северского района. Всего в парке расположилось 14 тематических площадок. Ребятам предлагалось пройти каждую, показав максимально высокий результат, а заодно попробовать себя в различных профессиях. Например, районный отдел ГИБДД предложил представить себя в роли инспектора дорожного движения. Ребята на время оделись в бронежилеты и каски, посидели за рулем служебной машины. Еще одна профессия, где важно уметь быстро надеть спецформу – пожарный. А на станции военного дела участникам предложили быстро собрать и разобрать автомат. Попробовали свои силы участники в профессиях автомеханика, актера, электрика. Чтобы пройти задание, требовалась не только физическая подготовка и смекалка, но и творческие способности. Победителями фестиваля стала команда из Домодмитриевской. Второе место заняли ребята львовского поселения, а бронза досталась команде из станицы Смоленской.